делаем, собираем анамнез. Мало того, мы рассматриваем с вами кожу. Кожа достаточно пористая, кожа, в общем-то, плотная. Наверное, когда-то была жирная. Явление гиперкератоза прям четко налицо. Неровности, фиброзные морщины и так далее. То есть, по идее, такому пациенту, ну, давайте так, что я бы предлагала уже тогда курс пилингов посерьезнее, по осени, да? Но что нам сейчас даст с вами этот пилинг? У нее, кстати, не чувствительная кожа, хотя я могу вам сказать, что вот здесь вот есть сосуды, то есть купероз все-таки есть, пигментация есть, ну и даже какие-то воспалительные элементы, которые она регулярно выковыривает. Девочки, поэтому что мы в данном случае с вами можем добиться с одной процедуры? Ну, во-первых, это изменение цвета лица. То есть вы можете прям заметить четко уже на пациенте после первой процедуры. Это как раз-таки то, что цвет будет лица несколько другой. Он будет более равномерный. Мы не собираемся ее с одного раза отбеливать. Мы собираемся с вами получить такой эффект... Ну, омоложение вряд ли сильно. Такой эффект более здоровой кожи. Что по поводу купероза, как с ним работать можно? Работать можно только поверхностными пилингами. Так как косметики в данном случае нет, девочки, я убираю фазу работы, то есть снятия макияжа. Я сразу беру предпилинговый гель, то есть это гель перед процедурой, содержащий небольшое количество АХА-кислот. Его можно давать как раз-таки в домашку для использования еженедельно. Этот гель применяется для выравнивания поверхности, для закисления, для того, чтобы мы с вами, нанося пилинг, получали равномерный результат. Он уже сейчас начинает немножко снижать нам с вами pH. Поэтому перед поверхностными пилингами данная процедура необходима каждый раз. Эмульгация геля, ну, где-то 1-2 минутки. Щипцы нет? Нормально. Вообще все замечательно, да? У меня замечательный пациент, он на все согласен. У него нет ни косметики, ничего. Ага, класс. Многие пилинги, девочки, разрешается наносить до уровня под глазами. Но нужно читать в инструкции, потому что вот всесезонные пилинги, пожалуйста. А когда мы уже говорим с вами про серьезные пилинги, там мы ограничиваемся с вами только вот это, где косточка заканчивается, то есть вот периорбитальная область, да, где скуловая кость заканчивается. Если на них написано, что возможно под глаза, то, пожалуйста, тогда можем дойти с вами чуть подальше. Обязательно убираем с вами гель прохладной водой. И мы начинаем с вами уже подумывать о том, какой пилинг мы ей будем делать. Чтобы получить эффект лифтинга, нам, конечно, с вами больше будет ей подходить там по возрасту и морщинки. Это фитиновый пилинг, но ей можно предложить и азелаинку, потому что гиперкератоз, гиперпигментация, то есть ей подходит миндалька, молочная кислота ей будет немножко... Ну, скажем так, слабовато, хотелось бы с одного раза увидеть хороший, красивый результат. Поэтому мы можем решать с вами между азелаиновым пилингом, там и чуть-чуть салициловой, и коевой кислоты. То есть мы получаем с вами хорошее очищение кожного покрова от гиперкератоза, либо фитиновые, как омоложение. Я, конечно, все-таки выберу азелаинку. Выбор свой, в общем-то, девочки, а где у меня? Настя? Кто-нибудь, да, помогите. А что случилось? Откройте там дверь, она тут стоит. Анастасия, позовите, пожалуйста. Да мне не обязательно Анастасия. Ну, хоть где кто она тут должна быть? Настя, иди сюда. Вот она. Настя, скажи моим девочкам-менеджерам, кто у меня тут ответственный, что мне нужно срочно принести салфетки сухие, я их еще давно просил, и воду поменять. А? Поменять или да. Нет, мне нужно воду эту поменять и салфеточки сухие. Сухие салфетки еще. Так, ну вот мы с вами давайте, пока сохнет кожа,
Пилинги наносятся только на сухую кожу, поэтому все должно быть высушено идеально. Либо вы ждите там, да, можете с ними беседы проводить, либо все-таки это сухими салфетками вытереть нужно обязательно. Я выбираю зилаиновый пилинг. Чем я больше люблю, например, пилинги Biomatrix, что у них, во-первых, темное стекло, это уже дает сохранность ваших кислот. Во-вторых, у нее есть дозирование хорошее. У них идет пипетка. Поэтому пилинги не надо отливать, разливать по каким-то чашкам, чего-то отмерять и так далее. Мы непосредственно, не касаясь кожного покрова, будем с вами использовать точечно. И я предпочитаю наносить пилинг чем-то одноразовым. Вы можете совершенно спокойно использовать кисточки, если вы знаете, как их обрабатывать там и так далее, что у вас они точно чистые. В данном случае, чтобы пациенту было комфортно, я использую одноразовые ватные палочки. Они не впитывают много кислот, и они не дают затекания, то есть ими более точечно обрабатываем с вами, и небольшое количество кислот, то есть мы не переливаем с вами кислоты. Если мне не хватит и где-то что-то высохнет, я могу нанести на эту поверхность еще. То есть в данном случае ватные палочки, они как бы очень хорошо играют роль кисточки, и потом они просто выбрасываются. Ну, я думаю, что салфетку не дождемся, поэтому простите, но я сделаю высушивание ватными дисками. Они тоже, в принципе, хорошо впитывают. Мы получили с вами очищенный кожный покров, полностью сухой. Наносятся пилинги все по схеме. Салфетки мне еще сухие потом принеси. Спасибо. Итак, по схеме, девочки, наносим с вами. Сначала мы наносим на лоб. Так как это пилинг поверхностный, я могу наносить непосредственно на кожу. Еще что, смотрите, количество миллилитров, где-то положенных на одного пациента, это порядка 2-2,5. Но вы больше, в общем-то, и не сможете нанести. Потом латеральная поверхность щек. Ну, вот, кстати, она вот нечувствительная. Видите, не успели нанести на щеку. И она не, уже... Может, когда жжение есть. Вот сейчас уже жжение, да? Да вы что? Какая прелесть-то. А мы говорим, она не... Спасибо большое, Настя. А мы говорим с вами, она нечувствительная. Везде щипится? Одинаково. Нет, больше на лбу пока ощущается. Не знаю. А скажите, ощущение жжения проходит или усиливается? Да. Проходит, нет, да? Проходит. Теперь на щеке появилось. Ну, то есть на лбу стало поменьше, да, местами да. На щеку. Да. Это происходит как раз-таки из-за того, что пациент первый раз вообще что-либо делает. И даже незначительное вот это уменьшение pH, то есть здесь всего 3,2, да, уже дает ей такую реакцию. Хорошей реакцией является то, что жжение постепенно проходит. То есть реагировать на первейшее жжение мы с вами не должны. Если жжение остается, усиливается, тогда да. Чем интересны палочки, вы в некоторых местах можете усилить пенетрацию. То есть мы можем с вами... посильнее. А если жжение усиливается, вы нейтрализуете его гелем или сразу смываете? Если там написано нейтрализация обязательно, нейтрализуем. Как правило, с таким pH не требуется нейтрализация. Угу. То есть они прекрасно смываются водой. А если мы говорим, что остается, да. Если там в пилингах написано нейтрализация обязательно, значит вы нейтрализируете. Но это тоже мы разбираемся, какую кислоту можно не нейтрализировать, при какой реакции можно не нейтрализировать. А сколько дней вообще идет курс пилинга? Каждый пилинг день. 8 академов. А 8 дней? 8 академов. 8 часов. 8 часов. Да. Вот я хочу, чтобы у нее лоб побольше взялся, я вот его палочкой потру.
Щеки у нее и так покраснели. Вот, видим, носогубка покраснела. Вот на подбородке у нее гиперкератоз. Можно, в общем-то, все это повтирать. Время экспозиции очень индивидуально. Вы никогда точно не скажете. Во-первых, первейшие процедуры. Первая процедура – это 3-5 минут. Во-вторых, мы с вами читаем инструкцию в обязательном порядке и смотрим все время на чувствительность кожи. Как только я вижу стойкую эритему, стойкое покраснение, пощипывание не проходит, значит, я могу смывать от 1 минуты, ну, не до бесконечности. Чего у вас с пощипыванием? Да, такое легкое... Легкое везде, тепло. Там, где я протираю палочками, сильнее начинает щипать, нет? Да, немножечко есть, совсем чуть-чуть. В некоторых пилингах там написано, можно пенетрировать под пленку, фракционный мезотерапия. Это мы с вами как раз разбираем, что нужно, как нужно. Сколько мы тут держим пилинг, Тора? Где? А, не знаю, у меня тут безобразие. Минута... Нет, минута 3. Сейчас ждем еще минутку. Хочу обратить ваше внимание, что для смывания пилинга мне требуется... Холодная течет. Не требуется. Требуется как можно более холодная вода. А там что, тепленько? Ну, там такая комнатная, да. То есть, чем холоднее вы смываете пилинг водой, тем как бы быстрее проходит вот эта реакция сжения, да. У вас идет химическая реакция на лице. При увеличении тепла чего реакция прогрессирует. Сидится. Поэтому, да, мы с вами должны максимально прохладной водой все смыть. Девочки, я наносила немного. Кожа у нее, давайте так, нечувствительная, поэтому я могу особо сильно на данном пилинге не нейтрализовать. Мы работаем с этими пилингами давно, поэтому нейтрализация здесь не всегда необходима. Если там есть гликолевый пилинг, посильнее другие пилинги, то там нейтрализируем, а здесь нет. Смыть нужно большим количеством прохладной воды. Обязательно обращаю ваше внимание, что если вы используете нейтрализатор, то только нейтрализатор той фирмы, которая есть. Из соседних фирм нейтрализаторы использовать нежелательно. У них могут быть разные основы, разные pH, и они могут вам дать достаточно серьезное раздражение. То есть в данном случае с пилингами мы не рискуем. Смывание производится до тех пор, пока не уйдут субъективные ощущения пощипывания. Как себя чувствуете? Прошло? Или щипится? Где щипится? Нос, область носа немножечко. Вот нос, крылья, нос, глаз. Ага. То есть прям вот мы хорошенько обильно, девочки, смачиваем и за собой все это глазки не щипятся, нет? Нет, нет. Нос. Ну, нос у вас и покраснел. Так, теперь мне точно принесли салфетки, да? Да. Где? Настя, что-то это не они, что ли, были? Спасибо. А вон там что? Просила же эти самые бумажные. Сейчас я вам принесу, все это отключу. Обязательно с вами убираем остатки воды. И вот здесь уже мы должны с вами поработать. Ну, вообще, вон там у вас на телевизоре-то видно, как хорошо у нее посветлело-то. Да, девочка-то хорошая, она сейчас сядет. Да уже поздно, я потом сейчас перед вторым пациентом я уже возьму. Так, теперь смотрите, мы с вами должны закрыть. Кстати, Биоматрикс предоставляет огромное количество средств для закрытия пилингов. Это есть обычный спрей постпилинговый. Здесь содержится больше пантенолов.
Есть с гиалуроновой кислотой для слишком сухой кожи, пожалуйста, регенерация. И для серьезных пилингов мы имеем с вами вообще постпилинговый крем. Поэтому в данном случае я бы оставила максимально регенерацию собственную. Поэтому будем наносить с вами, спасибо тебе огромное, дорогая. Мы будем с вами наносить обычный спрей с пантенолом. Он немножко, я бы сказала, что он немножко брызгается. Для чувствительной кожи вообще идеально. Мы, кстати, их очень часто рекомендуем домой, в домашний уход постпилинга. Потому что, смотрите, вам не надо его трогать, вам не надо его втирать, тем самым еще раздражая кожу. Вы его нанесли, подождали 2 минутки, он впитался. Если остатки есть, вы промокнули сухой салфеткой. Все. Минимальное повреждение, травмация, и трогаете руками кожный покров. И, в общем-то, мы оставляем на то, чтобы их кожа сама срегенерировала. То есть выдала нам тот результат, который мы хотим. Как себя чувствуем? Хорошо. Никаких пощипываний нет? Да нет. Все, можете подниматься аккуратненько. Спасибо, огромное. Пожалуйста, вы можете посмотреть, особенно на девочку, на фоне белых стен. Вот, поэтому я все-таки выберу ей ProBioPeel. Это молочный. Молочная кислота с лактобактериями. Косметики нет? Есть. Биби. Сейчас вашу умой. Угу. Мы сейчас прям быстро носим, ты не переживай. Мне только нужно прям вот минут через 3, чтобы мне поменяли воду. Смотрите, так как у нее немного косметики, девочки, я все-таки рекомендую не размывать сильно косметику. То есть старайтесь предупредить пациента, чтобы косметики было не очень много, потому что вот эти все растворы, которые мы с вами умываем, молочко, там какие-то вот... мицеллярные масла и так далее, все они имеют очень высокое pH, поэтому они будут мешаться вам в протоколе. Лучше использовать гелевые структуры, которые изначально все это и закисляют. Опять же, мы делаем с вами эмульгацию, где-то тут 1-2 минутки. Гиперкератоза у нее меньше, мы даже по гелю видим, пенится как хорошо. Вот этот гель можно брать для уходовых процедур у себя дома. То есть вместо скрабов с определенного возраста мы все-таки с вами перестаем пользоваться механической травмацией кожного покрова. Кислоты с определенного возраста это лучше. Поэтому как раз-таки гель, подходящий на еженедельное умывание в домашних условиях. Ага, чистую мне принесла, да? Я же не буду таскать. Холодную? Нормально. Спасибо. Ты настоящий друг. Да. Перед чисткой лица можно делать этот... Я не очень люблю. А вот такой после чистки есть? После чистки, тем более. Девочки, я старый косметолог, я такие вещи не понимаю. Угу. Перед чисткой я могу понять. И то, знаете, если там надо убрать, ну, парочку комедончиков, да, если мы говорим, что там серьезные акне, и мне придется чистить более 10 каких-то хороших, ну, ни о каком пилинге речи не идет. Перед мезотерапией? Лучше после. А вот, скажите, гель, какой вы наносите?
гель да. для умывания. Вот он. Как он гель предпилинговый, ага. клеросин, ну этот самый, Российский. Клининг гель, предпилинговый гель. Это вся российская продукция? Да. Гель перед чисткой можно делать? Гель, да. Гель идет везде. Ага. Так, ну что, мы с вами. Молочная кислота. Молочная кислота с лактобионовой, да, с вашим куперозом. И поехали. Наносим определенные последовательности. Глазки закрывайте. Я, конечно, не собираюсь вам в них попадать, но... Все-таки нельзя, да, после чистки сразу? Смотря какая чистка, девочки, была, я не очень. Я... Чистка – это что? Воспаление. Пилинг – это воспаление. Воспаление на воспаление mm-hmm. дает вам двойное воспаление. То есть здесь получить реакции раздражения, воспаления и так далее гораздо больше возможностей на такой коже. Поэтому надо взвешивать все за и против на конкретной коже. Если была чистка вот на такой коже, где тут 2 или 3 комедона, и в принципе она не нуждается как в таковой сильной ручной чистке, то тогда да, я делаю пилинг для того, чтобы заменить его на активную чистку. А что у меня не уберется за пилинг, я просто уберу. Когда речь идет о больших закупорках, о комедонах, о акне, ну, не воспалительном, естественно, но акне, то сочетание в одну процедуру активной чистки и пилинга, оно не всегда хорошо. Это уже несколько другие кислоты. Есть специальные средства после чистки. Мне не нравится, например, самое простое. Вы все, кто делает чистки, прекрасно знаете, что после чистки вы пациенту запрещаете мочить кожу как минимум 12 часов. Почему вы это делаете? Я не запрещаю. Почему? Я знаю, очень плохо. А что может быть? Обратная реакция. Наносить косметику, если только... Ну, а почему вы, да, запрещаете наносить косметику, ничем не пользоваться, старайтесь не травмировать кожу, потому что кожа у вас что? Максимально открытая. Угу. Кожа у вас с открытыми порами. Чтобы в них попала инфекция и воспаление очень быстро. А во-вторых, то есть им умываться нельзя, а вам их умывать можно, угу. да? То есть какое-то несовпадение угу. происходит. Поэтому, девочки, когда речь идет о чистке-чистке на жирной коже, мы даже с вами маски выбираем специальные, которые не нужно смывать, чтобы лишний раз не мочить кожный покров. Угу. А вы собрались после чистки нанести пилинг, так потом его смыть вдобавок нейтрализатором и еще водой. То есть логика-то где? Поэтому речь идет в сочетанных процедурах о том, на какой коже это можно себе позволить. Что у меня в приоритете? Если здесь у меня в приоритете пилинг, то я могу ей несколько комедонов дочистить после. Если там акне, если там огромные широкие поры и куча комедонов, которые нужно кропотливо сидеть и удалять, то у меня в приоритете чистка с маской, которая сухая, которую не надо потом смывать. Соответственно, пилинг у меня вообще никак не входит в мой протокол. Поэтому это конкретно каждому человечку. После инъекции я тоже не очень люблю пилинги. Там немножко другая фишка. Тогда делайте инъекции без лидокаина. Лидокаин является безумным энхансером. Он вам так провалит пилинг, что вы вообще его не поймаете. И куда он провалится, вы никогда не предугадаете. И аллергических реакций пациент может получить в разы больше. Поэтому если пациент делает мезо или био или плазму без анестезии, например, по активным точкам, то я вполне могу себе позволить сочетать его с пилингом. Если была анестезия под пленку, ни о какой кислоте потом речь уже не идет. Потому что вы можете спровоцировать. Ну, не знаю, еще раз говорю, я работаю с пациентами. Ну, во-первых, ко мне очень часто приходят пациенты уже с осложнениями после других косметологов.
Во-вторых, ну как-то мой арсенал пациентов, он как раз-таки больше дерматологический. Они все розационные, они все скуперозные, они все с кучей проблем, с кучей вот каких-то чувствительных кож и так далее. Поэтому своим пациентам я такого позволить не могу. То есть, если бы у меня пришел, наверное, какой-то подросток там в 20 лет, наверное, я бы смогла сделать и чистку, пилинг. Мои девочки, это все в основном вот с тонкой чувствительной кожей, с кучей проблем, в анамнезе, с астмами и так далее. Поэтому вот на своих пациентов таких вещей я не могу позволить, и поэтому особо не делаю там. Но у меня есть на это логичное объяснение. Что, не щипится, что ли, Даша? Ну, что-то вот здесь вот как будто и все. Вообще ужас. Ну, давайте втирать. Кстати, пилинг можно. По пилингу по такому можно делать 5-7 минут массажик. Ахабадзе все вспоминаем. В какую сторону, зачем. Некоторые рекомендуют в пилингах применять как раз-таки пленку, но тоже ненадолго, девочки, парникового эффекта не должно пойти, то есть прям 3-5 минут. Можно использовать дермапен. Вот за эти усиления процедур я прям... То есть, пожалуйста, массажи, пленки, микронидлинг выдвинули на 0,2 и очень хорошо все это проработали. Это я да. А вот с чистками я. Если вы хотите делать пилинг и чистку, то я бы выбрала азелаинку или миндальку. Они являются противовоспалительными. А если делать, например, по гликольке, можно спровоцировать воспаление. Ну что, посильнее? Хоть жечь начало? Нет. Тепло хоть стало? Да. Вот. То есть под руками, пожалуйста, мы видим с вами, что вот на лбу у нее, на подбородке. Усиление. Смотрите, усиление пенетрации, кстати, может играть вам на время. То есть, если у вас там мало времени, или пациент куда-то очень спешит, то как раз-таки положить пленочку или втереть, тем самым вы сокращаете время процедуры. Да? То есть, на некоторых пилингах написано, там 15 минут лежит. Ну, это неинтересно. Вот. А вот как раз-таки, если вы его там накроете сверху пленочкой, то это уже 5 минут. А если вмассировали, это уже на 3-5 минут меньше. То есть, пожалуйста, это можно применять. Так. Пробиопил тоже не нейтрализуется. Если азелаиновая кислота может нейтрализоваться, то пробиопил нейтрализовать не нужно. Поэтому смываем большим количеством. Ну, в данном случае, простите, не холодной, но все-таки прохладной воды. А, кстати, у некоторых пациентов может, знаете, что наблюдаться? Как раз при нанесении нейтрализатора усиление пощипывания. Это нормально. Вы же все гасили уксусом соду. Вы же видите, что происходит в ложке, когда вы наносите то же самое на пилинг сверху нейтрализатор, у вас начинается активная химическая реакция. И люди с чувствительной кожей могут вам сказать, ой, а теперь вот щипится. И это нормально, поэтому смываем мы всегда с вами все именно холодной или прохладной водой, чтобы снять вот эту вот, забрать реакцию, то есть дать очень хорошее быстрое охлаждение.
и, соответственно, прервать эту химическую реакцию. Где щипется еще? Вот здесь, сюда попало, да. Угу, сейчас все сама посмотрю. Я массаж-то по всему лицу делала. Спасибо. Куда же я? Так. Кожа, в принципе, среагировала хорошо. На ней тоже очень хорошо видно. Слушайте, она прям посветлела. Так, мне нужно промокнуть остатки. Работаем с вами всегда только по сухой коже. Это обязательное условие. Уход какой после пилинга? Мне нужно, чтобы вы не мочили 8-10 часов. Мне нужно, чтобы у вас 3-4 дня не было никаких агрессивных процедур. Мне нужно, чтобы у вас не было спорта, бани, бассейнов там и так далее. Все остальное, все. СПФ-защита на ближайшие 1.5 недели. Девочки, разные спреи немножко. Здесь с гиалуроновой кислотой. Полежи чуть. Кожу желательно после пилинга. Смотрите, я ее умыла, я ей положила регенерант. Мне вообще бы не желательно, чтобы она вечером что-то делала. То есть ни руками не трогала, ничего. Здесь должно сутки пройти асептическое воспаление. Поэтому вот если до утра не будем мочить, вы получаете очень хорошую собственную регенерацию. Все, можешь вставать. И на спасибо. Сколько дней она сказали? Кто? Ну вот эта процедура. В смысле, на сколько дней эффект? Да. Ну, это, простите, это у кого как? Ну, минимально, максимально. Ну, вы какой эффект хотите? Насколько держится лифтинг? Да. Ну, лифтинг, если возраст до 35 лет, то... Давайте сюда, я все, девочки, потом... То это где-то там, ну, дней 5. Если мы говорим 45+, 2-3 дня. То есть это будет зависеть от пациента, а не от нашей процедуры. Поэтому... Если вы сделаете курс, вы получаете накопительный эффект. Поверхностные пилинги делаются курсом от 5 процедур, пожалуйста. То есть это...